Михаил, как вы собираетесь бороться с главным коррупционером Харькова, Геннадием Кернесом? Когда будете сажать его? А почему он должен сажать, вопрос? Дело в том, что все очень просто, значит, не так страшен всегда волк, как всегда мне говорят, что вот, то же самое у нас было тогда в Грузии. И вот если этот знаменитый, кто их никогда не тронет? Да все, да, они такие важные, они такие мощные, они такие влиятельные. Как только поменялась система, и как только реально заработал закон, они все испарились, как прошлогодний снег.